довязали до конца ряда и присоединились к вот нашему первому столбику из ракушечки вот из трех. И нам нужно будет перейти еще одной соединительной петли на ряд вперед, на один столбик вперед, не на ряд, на один столбик вперед. Такой же соединительной вот петелькой делаем одну воздушную петельку подъема, и дальше мы будем вязать такую же ракушку в середине, как и вот в предыдущих двух рядах. И еще последующие, по-моему, 2 или 3 ряда будет начинаться именно так. То есть вот наша ракушка из трех, 1, 2, 3. За за средний столбик из трех мы делаем накид и провязываем рельеф на лицевой столбик с одним накидом. Раз. Сюда же провязываем второй. 2. И сюда же провязываем 3. Вот она наша, пониже чуть-чуть. 3. Провязали таким вот образом. Дальше. Вот наша ракушка, которая была на ряд ниже, беленькая она. То есть вот это была вот ракушка в предыдущем ряду, а вот эта ракушка была на ряд ниже. Вот тоже она из трех состоит столбиков. 1, 2, 3. И за третий мы будем вязать так же, как и вот здесь, рельефно-лицевой с одним накидом, рельефно-лицевой с двумя накидами и рельефно-лицевой с одним накидом. Ракушку вот тоже из трех столбиков лицевых, рельефно-лицевых. Вот подхватываем, вот она. Вот 1, 2, 3, за третий делаем накид. Прям вот ее полностью подхватили и провязали через нее первый столбик с одним накидом. Делаем 2 накида, подхватываем снова этот же столбик и провязываем столбик с двумя накидами. Делаем 1 накид и чуть ниже первых двух провязываем еще один третий столбик с одним накидом. Вот так у нас должно получиться. Дальше. Пропускаем нашу ракушку вот серенькую предыдущего ряда. И вот на ряд ниже, вот здесь, у нас просто шли вот группа из трех столбиков с накидом. То есть 3, воздушная петля здесь и 3. Вот в первую группу из трех за средний мы также будем провязывать 3 рельефных столбиков. Вот за средний подхватываем. Провязали 1 столбик с одним накидом, далее 2 накида, столбик с двумя накидами сюда же провязали, делаем 1 накид и сюда же за средний столбик провязываем столбик рельефно-лицевой с одним накидом. Вот так вот. И в середину мы вяжем точно так же, как и предыдущие ряды. В одну воздушную арочку мы вяжем 3 столбика с накидом, 1 воздушка, 3 столбика с накидом. Этот элемент тоже будет повторяться на протяжении еще 2-3 рядов. Так, вяжем накид в арочку, провязываем 1 столбик с одним накидом, 2 столбик с одним накидом сюда же. 3 столбик с одним накидом сюда же, 1 воздушная петля и 3 столбика с накидом в эту же вот арочку. 1, 2 и 3. Пропускаем вот эти вот 3 и на ряд ниже. Под ними вот она наша тоже 3 столбика с накидом. Вот за средний провязываем точно такой же ракушку элемент, как вот с этой стороны. Накид, столбик, раз,
Теперь 2 накида сюда же за этот средний столбик, столбик с 2 накидами, и опять 1 накид и столбик с 1 накидом. Вот так у нас получилось. То есть получается в середину ракушкой из 3 рельефно-лицевых столбиков с 1 накидом. Дальше на ряд ниже вяжем ракушку из рельефно-лицевых столбиков, но здесь получается 1 накид с 2 накидами, с 1 накидом. Пропускаем вот эту ракушку с предыдущего ряда. И вот здесь за столбики, за группу из 3 средний, также вяжем рельефно-лицевой с 1, рельефно-лицевой с 2, рельефно-лицевой с 1. В середину вяжем элемент 3 столбика с 1 накидом, 1 воздушная петля, 3 столбика с 1 накидом. И повторяем то же самое с этой стороны. Провязали вот ракушку из 3 столбиков с накидом с 1, с 2, с 1. Снова мы пропускаем здесь вот эту вот ракушку предыдущего ряда. И вот на ряд ниже нашей ракушкой, в средний столбик от ракушки, мы провязываем столбик с 1 накидом рельефно-лицевой. Теперь делаем 2 накида. Столбик с 2 накидами. Еще один столбик с 1 накидом. Вот за средний. За средний вот этот столбик. Дальше серединка наша. Вот она. Вот она наша ракушка в серединке. Мы провязываем вокруг вот этого среднего столбика столбик с 1 накидом, и сюда же еще 2, то есть 3 столбика с 1 накидом рельефно-лицевых. И вот третий прям подхватываем чуть ниже, вот так вот, вот его видно, и провязали. Дальше снова вот получается наша ракушка вот на ряд ниже беленькая. Делаем накид. Вот они здесь. Получается 1, 2, 3. Вот за третий столбик провязываем первый рельефно-лицевой столбик с 1 накидом. Дальше столбик будет с 2 накидами сюда же. Снова столбик с 1 накидом. Вот сюда же. Так, дальше пропускаем вот эту ракушку серенькую. И вот сюда получается на ряд ниже. Вот они, 3 группы из 3 перед арочкой. Вяжем также за средний столбик из 3. Рельефно-лицевой столбик с 1 накидом. 2 накида рельефно-лицевой столбик сюда же с 2 накидами. И опять накид с 1 накидом, рельефно-лицевой столбик с 1 накидом сюда же. Вот таким вот образом. В серединку вяжем точно так же. Вяжем, то есть не в серединку, в уголок. В уголок мы будем вязать 3 столбика с 1 накидом. Воздушная петля. Здесь чуть-чуть побыстрее, мы уже элемент много раз вязали. Еще 3 столбика с 1 накидом сюда же. И повторяем вот за вот этот средний столбик вяжем рельефный столбик лицевой с 1 накидом. 2 накида столбик сюда же за вот этот средний
с двумя накидами и столбик с одним накидом. Вот так вот у нас получается, и вот так провязываем все четыре стороны. То есть мы вот здесь вот с середины начали, довязали, вот эта сторона у нас полностью уже вот связана получается, и теперь вот вяжем эту сторону, эту, и доходим до нашей первой ракушки этого ряда и присоединяемся вот сюда к вершинке нашего первого столбика. Дальше я буду менять нить на более темно-серый. Вы можете продолжить этим же цветом, которым вяжете, либо тоже сменить нить на какой-то другой цвет. Вот таким образом.